Здравствуйте, дорогие мои, всем-всем приветик. Сейчас на улице идет дождик, погода прекрасная. А вот идет наш персик. Персик, вы знаете, он уже акклиматизировался. Он уже так не страдает, как раньше страдал, потому что все люди его очень-очень любят. Где бабушки сидят, там и персик наш сидит. Да, персик? Он кушает, гуляет, дружит со всеми. А сейчас смотрите, как он себя вымывает. Персик, скажи, здравствуйте. Скажи, здравствуйте. Оглядывается. Опа. И ну иди, подходи. Пошел. Вот он как любит всех. Вот сейчас метку сделает у вас на ноге. Нет, скажи, я порядочный. Вот солнышко, и тут же идет дождик. Посмотрите, вот. Такая погода шикарная. Ветра нет. Такое солнышко выходит, как вот раньше было, когда вот слепой дождик. Солнышко и дождик идет, как слепой, да? Персик! Вот так. Он всегда с нами. Кто бы ни вышел, и он сидит, как старушка-то, и участвует в наших разговорах. Персик любит прятаться в цветочках, когда жарко очень. Мы его ищем, а он сидит вон под вот теми цветами. Как ему нравится дождик. Ой, как хорошо, воздушек такой, персик. Мало людей, сидят дома все, сидят. Только одна бабушка вышла, он уже с ней поздоровался и все. Теперь он у нас будет, вот, ищет, чтобы где-то что-то стащить или что-то сделать. Кстати, я вам уже рассказывала, что персик любит одну бабушку. С палочкой ходит у нас бабушка, она его приютила. Он у нее даже спит дома. И представляете, идет вчера бабушка и говорит, наказала его. Я говорю, а что случилось? А она говорит, залез в кислое молоко. Но, говорит, я только, говорит, поставила на кислое молоко, а он подошел, говорит, и морду твою, свою туда всунул. Ну что ж, я говорю, ну что ж, теперь же уже не убивать его. Да нет, говорит, вылила молоко. Только крикнула на него, что персик, что ты делаешь? Все, он уже подошел к двери, мол, выпускай меня. Вот такой у нас персик. Конечно же, персик убежал, чтобы покушать. Но просто все люди кормят его, все его любят. Кто не проходит, и все его гладят. Вот так вот. И вон бабушка стоит, тоже кормит. Кормит. А Маруся наша, зовите Марусю. Ну, персик же, надо же, совесть иметь. Ты смотри, он скоро в квартиру залезет. Прямо он уже ощущает себя, что он хозяин всего подъезда. Персик, а ну давай иди сюда. О, полез в квартиру. Персик нашел себе новую квартиру. Вы видите, никто его не гонит, все его жалеют. Вот так живет наш персик. Хозяин разрешил ему заходить иногда к нему в гости. Тут у него подстилочка. Персик, о, он спит здесь и живет здесь. Вот такие дела. Вот так живет наш персик.